отметить вас на устном журнале «Подвиг твой в памяти потомков», посвященном столетию со дня рождения Анатолия Александровича Жидяевского, старшего лейтенанта, командира быстроходного танка Т-34, освободившего в годы Великой Отечественной войны станицу Старовеличковскую от немецко-фашистских захватчиков. Две цифры, две даты. Великая Отечественная война, от которой больше всего пострадала наша Родина. Интерес к истории не должен исчезать с годами. Все, независимо от возраста, не вправе забывать то страшное время. Война началась 22 июня 1941 года. Беззаботная мирная жизнь сменилась военными буднями. 4 года войны. 1418 дней народного подвига. 1418 дней крови и смертей, боли и горести утраты, гибели сыновей и дочерей России. Станица Старовеличковская была оккупирована 8 августа 1942 года. За полгода оккупации фашисты разгромили и сожгли станицы машино-тракторную станцию с ее техническим оборудованием, паровую мельницу, нефтебазу. Были взорваны вокзал, железнодорожный и 2 деревянных моста. Разорено 30 полеводческих бригад, животноводческие фермы. Уничтожен почти весь скот. Сгорели книги в библиотеке и школы. Но так и не смогли немцы почувствовать себя хозяевами на нашей родной земле, нашей станице Старовеличковской. 17 февраля 43 года гитлеровцы оказали упорное сопротивление нашим войскам в районе нашей станицы. Вы думаете, мы сдались? Нет. Командованием было решено отправить именно ребят на танке Т-34, который возглавлял командир экипажа Анатолий Александрович Жидяевский. Да, но прежде чем мы расскажем о подвиге танкового экипажа, позвольте рассказать вам о том, каким героем был танкист Анатолий Жидяевский. Его история трагическая и героическая одновременно. Она подобна вспышке молнии. Жизнь удивительная, но до боли короткая. Анатолий Александрович Жидяевский остался в памяти нашей навеки 19-летним. Родился 24 ноября 1923 года в семье рабочего. Детство, юность и учеба прошли в поселке Лаишево Татарской Республики. Лаишево находится на берегу реки Камы. Место очень живописное, изобилует лесами, заливными лугами, озерами. Семья рано лишилась отца, и Анатолий заменил его младшим братьям Николаю и Геннадию. Он стал большим помощником матери в семье. Анатолий рос жизнерадостным и добрым юношей. Он любил музыку, рыбалку, хорошо играл в шахматы, легко переплывал Каму, бегал на лыжах и коньках, очень трудолюбив, любил мастерить поделки из дерева, сам построил 2 лодки. В школе учился хорошо, щедро делился своими знаниями с товарищами. Активное участие принимал в общественной жизни школы. Среди товарищей пользовался заслуженным авторитетом. Как вспоминали одноклассники Анатолия, он с детства был смелым, отчаянным, надежным, настоящим другом, на которого всегда можно было положиться. Из воспоминаний брата Анатолия Геннадия. Я очень хорошо помню лето, 1 мая 1940 года. Наш брат Коля отправился на рыбалку на реку Каму. И вдруг неожиданно подул ветер, такой сильный, переходящий в бурю. А Николая все не было и не было. Анатолий сходил туда, где обычно рыбачит Коля с лодки, но его там не оказалось.
А буря разыгрывалась все сильнее и сильнее, и даже взрослые мужчины не отправились на поиски Николая. Тогда Анатолий взял друга, сели в лодку и отправились вниз по течению. И только в конце дня приплыли, неся на руках изможденного Колю. И после этого случая все взрослые, старики, взрослые мужчины здоровались с Анатолием за руку. Выказывали ему: вот наше уважение к тебе, к твоей смелости. Анатолий очень любил жизнь и очень любил свою родину. Когда фашистская Германия 22 июня 1941 года внезапно напала на Советский Союз, то уже 7 июля Анатолий добровольцем пошел учиться в Чкаловское танковое училище, который окончил в июле 1942 года и был направлен в действующую армию на фронт Северного Кавказа. 22 августа 1942 года в Камском устье пароход, на котором плыли танкисты на фронт, стоял полтора часа. И вот тогда мать и младший брат Гена смогли встретиться с Анатолием. Но это была их последняя встреча. С фронта, из Моздока, пришло последнее письмо Анатолия, в котором он писал: «Нахожусь на отдыхе после боев. Не унывайте. Скоро врага разобьем. 13 декабря 1942 года за подвиг в бою Анатолий был награжден орденом Красной Звезды. Последний бой Анатолия Александровича был за освобождение станицы Старовеличковской 17 февраля 1943 года. Идет суровый бой. Атака сменяется атакой, и наши пехотинцы, которые пришли со стороны Медведовской, не могут даже голову поднять. Настолько силен огонь. И вот получен приказ подавить огневые точки, и этот приказ был отдан именно танковому экипажу Анатолия Жигяевского. И вот как вспоминает водитель-механик Александр Иванович Казаков, он единственный остался живым после того боя. И я помню, что получен был приказ любой ценой освободить станицу Старовеличковскую. Мы понимали, на что мы идем. Посмотрели друг на друга, на все четыре стороны, потом обнялись. Я первым подбежал к командиру, обнял его крепко. Обнял Анатолия 19-летнего. Мы знали, что нас ждет. Но Родина верила в нас, ведь мы же солдаты. Февраль, 17-я дата, станицы красное число, что было в этот день, когда-то снегами лет не занесло. Февраль, победа Сталинграда, февраль, стал нашим Краснодар, а из станицы позывные. Освободи меня из ада, освободи меня, февраль. Просили хаты с прозаранку, просил пожара в горький дым, и встал Жидяевский у танка и прошептал: освободим. Старший лейтенант пробивается в тыл к фашистам. Машина своей многотонной тяжестью придавила к земле орудие на железнодорожной станции. Затем второе у Шмаровозовой гребли. Фашисты всполошились. Вокруг танка начали густо рваться снаряды. Но он, неуязвимый, продолжал мчаться вперед, уничтожая пулеметные точки. На восточной окраине станицы танк подмял третью пушку. Снаряд четвертой попал в гусеницу. И танк стал неподвижной мишенью. Даже когда он загорелся, экипаж продолжал сражаться, пока не закончились боеприпасы. Лейтенант Жидяевский приказывает всем покинуть боевую машину через нижний люк, а сам, тяжело раненый, прикрывает их отход, оставшись в горящем танке. С
смотровую щель смотрел он зорко, дым глотая с ветром пополам. И неслась его 34-ка по проклятым вражьим головам. Он поддал врагу стального пару, он навел большой переполох, раздавил он вражьих пушек пару, ну а третью раздавить не смог. И пошли, пошли бойцы в атаку, и пришло победы торжество. И спасибо говорим мы танку и танкистам доблестным его. Командир танкового экипажа, старший лейтенант Анатолий Жидяевский, верный своему долгу, погиб. Ему было 19 лет. 19 чертовски мало. 19 так мало лет. Не печалься, любимая мама, в жизни свой я оставил след. Пусть мой подвиг мальчишкам снится, прорасту я травою в зале. Умираю, чтоб вновь родиться чистой улицей на земле. Станица была освобождена от немецко-фашистских оккупантов. Со слезами радости встречали станичники своих освободителей. Их обогрели и накормили. Раненых воинов свезли в больницу и школу, где расположился госпиталь. А когда саперы обезвредили противопехотные мины в степи, женщины и подростки 15-16 лет стали носить на носилках и свозить на санках погибших воинов к месту захоронения. Старшего лейтенанта Жидяевского похоронили в центре станицы. Женщины – Демина Анастасия Павловна, Копейцева Варвара Тимофеевна, Волкова Валентина Степановна, Кули Наталья Артемовна бережно переносили останки старшего лейтенанта в гроб. Юноши на руках несли. Юноши на руках несли его через всю станицу в сопровождении жителей. Под салют охотничьих ружей гроб медленно был опущен в могилу. Позже брат Анатолия Жидяевского, майор Геннадий Жидяевский, в переписке с Николаем Станиславовичем Ярко напишет: «Получил письмо о гибели танкового экипажа моего брата. Мне, конечно, беспредельно больно за его судьбу, но это так на него похоже. Уж если он вступил в бой, то он должен его выиграть. Другого в его характере не было. Всего 2 месяца не дожила мать Александра Григорьевна до того времени, как стало известно о подвиге, не узнала, где могилы ее 2 сыновей, старшего Анатолия, среднего Николая, без вести пропавшего на Курской дуге». Thank you.
была. Мамин взгляд, сестры наряд, что отец привез из Риги. Лица со двора ребят, не прочитанные стопкой книги. Лица со двора ребят, не прочитанные книги. Ты живи, дорогой, прилетела издалека. И в станице родной воевал над Несветёком. Дым душил кромешный ад. Ветеран Великой Отечественной войны Николай Станиславович Ярко. Николай Станиславович, вам слово. Дорогие земляки, я еще живой свидетель тех огромных потрясений, тяжелейших сражений, которые проходили по нашей земле, по освобождению нашей станицы Старовеличковской. Очень тяжелые были бои, ведь вы знаете, погода на Кубани в это время распутится. И попытки, многие попытки наших красноармейцев, тогда Красная Армия была, и красноармейцы пытались освободить, но немцы долговременные огневые точки устроили очень много, и выбить немцев так легко не удавалось. И когда появились два танка сначала для освобождения станицы, они размолотили всю оборону противника, огневые точки. И уже один танк повернул к своим, а танк Жедяевского заметил на другом конце станицы пушку. И он направил свой танк на ту пушку. Но это роковая была пушка. Роковая. Он направил танк свой на пушку, наехал на пушку, одно колесо свалилось, а второе, роковая пушка, а второе колесо под брюхо танка, и
танк не мог двигаться, одна гусеница не может двигаться, и он это, не мог сдвинуться с места. Командир танка Жадяевский отдал команду экипажу покинуть танк, сам до последней минуты оборонялся, стрелял на фашистов. Экипаж выскочил, покинул танк, немцы двоих сразу застрелили, и там издевательства над ними были, а один все же добрался до своих, и он неоднократно приезжал к нам. Все воспоминания были, и его тепло встречали. Командир танка Анатолий Жидаевский до последнего вздоха отстреливался от фашистов и героически погиб за свободу, независимость, за нашу родную станицу Старовеличковскую. Помните эти тяжелейшие времена. И знаете, есть мир неспокоен и сейчас. Все это самое не терпится некоторым переустроить мир. Если потребуются и юноши, и девушки, да все, кто может носить оружие, наверняка встанут на защиту нашей Родины. Ну, как скажу, вечная слава герою войны Анатолию Жидаевскому. Спасибо большое, Владимир Николаевич. Мы от всей души благодарим вам за то, что вы сегодня с нами. Мы желаем вам самого крепкого здоровья и долгих-долгих лет жизни. Продолжайте нас радовать своим присутствием. Память о герое, старшем лейтенанте, командире быстроходного танка Т-34, освободившего в годы Великой Отечественной войны станицу Старовеличковскую от немецко-фашистских захватчиков, Анатолия Александровича Жидяевского и всех погибших в годы Великой Отечественной войны, объявляется минута молчания.
Совершенник Жагулят, интернациональные колонны. С нами говорят, с нами говорят, слышите громкие звуки. Это не гроза неба, это вихри над облаками. Стонет океан, тихий океан, это стонет, это стонет, тихий океан. Жители станицы считают Анатолия Александровича своим земляком. Ему присвоено звание почетного жителя станицы Старовеличковской за номером 1. А в 1968 году по ходатайству красных следопытов школы номер 5 одной из улиц было присвоено звание, имя Анатолия Александровича Жигяевского. И в этом году исполняется этой улице 55 лет. К 55-летию Победы по инициативе главы администрации станицы Будко Александра Ивановича 5 мая 2000 года открыт памятник на месте гибели танкового экипажа. Стало доброй традицией 9 мая в День Победы и 17 февраля в День освобождения станицы Старовеличковской от фашистских захватчиков обмениваться поздравлениями с семьей Жидяевских. 9 мая ученики средней школы номер 5 несут в бессмертном полку портрет Анатолия Жидяевского. Сотрудники Старовеличковской сельской библиотеки и по сей день держат крепкую связь с семьей Жидяевских. А семья Жидяевских тоже крепкая и дружная, и большая. И проживают сейчас они кто в Москве, кто в Оренбурге. Но это не мешает нам все время держать руку на пульте. Мы все время на связи. Память, она самая дорогая для нас. На родине Анатолия Жидяевского, в гимназии номер 1 города Лаишево, Лаишевского муниципального района, открыт краеведческий музей, где есть экспозиции
посвященные Анатолию Жидяевскому. Учащиеся школы гимназии во главе с директором музея приезжали в станицу Стравеличковскую. Это было в 1985 году. Нина Николаевна Воронина, учитель истории школы гимназии, писала: «С фотографии на памятнике на нас смотрел красивый юноша, едва перешагнувший 19 лет. На лице его еле заметная улыбка, но уже посуровевшие глаза. Да, ты уже не мальчишка, ушедший из 9 класса в танковое училище. Ты старший лейтенант, командир знаменитой 34-ки, получивший боевое крещение и награжденный орденом Красной Звезды». Учащиеся школы гимназии, в которой учился Анатолий, написали стихотворение. «Кубанская земля, с тобой мы побратимы, навечно связанные кровною судьбой. Напев родной земли, звенит в колосьях нивы для тех, кто жив лишь в памяти одной. С просторов камских к берегам Кубани печаль доносит, горше в мире нет. Мальчишки наши спят на поле брани, отмерив жизни 19 лет». Добрый день, уважаемые жители станицы Старовеличковская! Мы передаем вам огромный привет с родины Анатолия Александровича Жидяевского. В нашем городе имеется два музея. И музей «Боевой славы» мы подробно рассказываем о подвиге Анатолия Александровича Жидяевского, который рос он храбро, помогал матери, так как отец рано ушел из жизни. Мы вот сейчас вам показываем наш Лаишевский край, наше Лаишево. И здесь мы рассказываем о годы Великой Отечественной войны, это через судьбы наших земляков. Мы с вами находимся в здании двухэтажном, старинное, где учился Анатолий Жидяевский. В Лаишево в 1938 году впервые в Лаишевском районе открылась средняя школа. И наш Анатолий своими одноклассниками также учился до 11 класса. По воспоминанию его одноклассница Веры Федоровны Минеевой, он говорил: «У нас Анатолий то ли был храбрым, и то ли всегда нам помогал. Мы его уважали, мы его знали, но с ним всегда вместе были уже без страха, хоть куда мы и в поход ходили, потому что Анатолий наш был отчаянным». А в 1977 году, благодаря вот одноклассникам, улицу одну улицу Лаишева, новую улицу, назвали его имени Анатолия Жидяевского. Мы рады, что вот на этой улице именно живут люди, и люди помнят его как человека. История, она идет вперед, но в памяти должны сохранить всех до единого. И вот имя Анатолия Жидяевского связывает нас с станицей Старовеличковская и город Лаишево. Дорогие гости, мы вас приглашаем в наш город Лаишево. У нас отличный пляж. Все к нам приезжают отдыхать. Длина пляжа достигает почти километра. И люди здесь отдыхают. И мы вас ждем. Вы будете у нас почетными гостями. Благодаря нашим предкам, нашим героям, участникам Великой Отечественной войны, мы живем в великой стране с
многовековой историей, с героическими подвигами людей и самым патриотичным народом. Такой же наша Родина, Россия, становится все краше. Посвященного столетию со дня рождения нашего героя Анатолия Александровича Жидяевского. Мы его потомки, и наша задача не забывать ни о его подвиге, ни о подвиге тех людей, которые в годы Великой Отечественной войны защищали нас и нашу Родину. Всего вам доброго. Спасибо.